мы знаем, что планета Земля вращается вокруг своей оси. Да. И вот мы сейчас с тобой стоим на Земле. Да, вот на. Земля под нами. Но мы не видим, что мы вращаемся. Как бы ты доказала, что планета Земля вращается вокруг своей оси? Ну, например, я бы вышла на улицу, посмотрела бы на небо, и я бы увидела, как солнце от востока идет к западу, как появляются звезды, как сменяется день и ночь. Но вот ты сейчас как раз говоришь не о движении Земли, а о движении солнца, луны, планеты, звезд. Да, это раньше люди правда так и думали, что Земля находится в центре. Да, геоцентрическая система. Да, это называлось. И все вращается вокруг нее. Система. Гея – это Земля, да, и вокруг нее солнце, луна, планеты, небесные сферы со звездами вокруг нее двигаются. Но потом люди начали внимательно изучать движение небесных тел и поняли, что на самом деле планета Земля вращается вокруг своей оси и еще и обращается вокруг солнца. Тогда, да, появилась гелиоцентрическая система. А помнишь, кстати, кто ее создал? Николай Коперник. Николай Коперник, да, известный польский ученый. Мы сейчас с тобой попробуем доказать, что Земля вращается. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно взять какой-то неподвижный предмет, который бы вместе с нашей планетой не вращался. Представь, да, что ты сидишь в поезде, да, и ждешь своего отправления. И на соседних рельсах тоже стоит поезд и тоже ждет своего отправления. И тут вдруг кто-то начинает движение. Что нужно сделать, чтобы понять, какой на самом деле поезд начал двигаться? Ну, во-первых, самое легкое – это посмотреть в окно. Что мы там видим? Мы там видим то, что стоит на месте. Угу. Это что может быть? Деревья, столб, лавочка, здание вокзала. Вот для Земли, соответственно, таким неподвижным предметом будет являться он. Его зовут маятник. Да, это на самом деле тяжелый груз. Весит он 50 килограмм. И висит он, смотри, на очень длинном тросе. Высота 16 метров. Такой вот длинный и тяжелый, чтобы ему воздух не мешал. Чтобы он спокойно колебался. Самый большой маятник в Москве, ну и один из самых больших в нашей стране. Маятник Фуко. Да, он называется маятник Фуко. Я сейчас возьму, на самом деле, такой маленький еще маятничек, чтобы тебе все показать. Вот ты сейчас на Земле стоишь, ты вместе с Землей вращаешься? Ну да. Да, она тебя за ноги взяла и потащила, правильно? Планетарий, который стоит на Земле, он вместе с Землей вращается? Конечно. Конечно. И вот маятник, который здесь подвешен сверху и снизу, вместе с Землей сейчас тоже вращается. Но как только мы маятник отпустим, произойдет кое-что интересное. Он перестанет вместе с Землей вращаться. Если я верхнюю точку поверну, ну, как будто Земля сдвинулась, что-нибудь вот с этой дорожкой, по которой маятник качается, происходит? Нет, он... То есть отпустили маятник, и начал он колебаться в своей плоскости. Ну, как говорят, плоскость колебания маятника неподвижна. Или можно сказать, что вот эта дорожка, по которой маятник двигается, то она неподвижна. Вот я еще несколько раз могу эту указочку повертеть во все стороны, но дорожка, по которой маятник двигается, не меняется. Конечно. Это такое особенное свойство маятника, всех маятников вообще в принципе. Ну, а теперь, собственно, давай с тобой проводить эксперимент. Ну, для этого у меня есть конструктор Лего, да, и его фигурки стоят с противоположной стороны. Стоят они в определенном месте, да, слева и с правой стороны, так, чтобы маятник проходил между ними. Я сейчас пережгу ниточку, на которой он повешен. Не перерезаем, не срываем, а именно пережигаем, чтобы он именно ровно качался. Маятник начал качаться, да, дорожка его неподвижна, плоскость его колебания неподвижна, да, и он проходит между этими игрушками. В 1851 году французский ученый Жан-Леон Фуко провел этот эксперимент первый раз и, по сути, показал всему миру, что Земля на самом деле вращается. Ну, до этого люди, конечно, догадывались, что она может двигаться, вот, но доказали это именно тогда. Можешь ли ты сейчас уже заметить какие-то изменения в положении фигурок? Маятник стал ближе к желтой фигурке. И сбил он тоже желтую фигурку. И он ее сбил тоже, желтую фигурку, да? То есть, на самом деле, не маятник стал ближе, да, ну, желтой да. фигурке, а Земля подвинула желтую фигурочку, да, к маятнику. Маятник ее сбил. Мы доказали, что Земля вращается. А теперь можешь ли ты сказать мне, в какую сторону Земля вращается? Подъехала, получается, желтая. Да? Соответственно, двигается Земля против часовой стрелки, вращается с запада на восток. Я сейчас поняла, почему меняется день и ночь. А у нас же на Земле есть времена года, как они меняются. О, это я сейчас тебе расскажу с удовольствием. Мы сейчас пойдем дальше с тобой.